Добрый день. Я сегодня показываю, как спасти бочки, которые побывали в пожаре, мастикой, битумом, с 1/3 отработки в горячем виде и красим кисточкой бывшего употребления, которую не жалко. Эти бочки прослужат не один десяток лет. Отработка для того, чтобы пленка была эластичной и не крошилась от мороза. Надя, подойди поближе. Это все очень быстро. Вот. Сними, пожалуйста, нашу подругу, пришла вон сзади. Сними, сними ее на кадр. Ой, нет! Сейчас мазать заставим. У меня глаза все сырые. Ну, глаза все сырые. Ну все. Так, спасибо за внимание.